А как ансамбль называется? А, мы представляем Центр афро-бразильской культуры. Это и, вот... собственно, да, куча всего, и танцы, и капуэры, и в том числе вот то, что, чем мы сегодня занимались, что показывали. Ну да. Это бразильские танцы как раз и были. Танец называется Кокучивода. Это танец, который больше полутора веков назад танцевали босиком в портовых городах для развлечения молодые люди друг с другом. Кадрис. Вот, спасибо вам огромное. Вам спасибо.